Наличие в Азербайджане свободного интернета – важнейший фактор для страны. Об этом заявила на встрече в Азертачного назначенный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Кэрол Крофтс. Предоставив информацию о пути развития Азертач, успехах, достигнутых за годы независимости, роли государственной политики в информационном обеспечении, генеральный директор Аслан Асланов рассказал о плодотворном сотрудничестве между влиятельными медиаструктурами Азербайджана и Великобритании. На встрече было проинформировано о тесных связях британского агентства Press Association и Азертач, искренних дружеских отношениях с генеральным исполнительным директором этой авторитетной информационной структуры Клайвом Маршаллом. Сообщалось, что Клайв Маршалл принял активное участие в состоявшемся 23 мая этого года в заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств, хозяином которого выступал Азертач, а также внес вклад в подготовительную работу конгресса. Было подчеркнуто, что расширение международных связей еще больше повысило ответственность Азертач как достоверного и надежного информационного источника, что является важнейшим фактором в условиях нынешнего бума социальных медиа. Отмечалось, что национальные информационные агентства должны максимально эффективно использовать возможности социальных медиа для более ускоренного и обширного распространения информации. Доведено до внимания, что Азертач всегда готов к расширению сотрудничества с посольством Великобритании в Азербайджане. Это сотрудничество с целью глубокого изучения социально-экономической, политической и гуманитарной жизни двух стран может охватить организацию взаимных визитов журналистов, совместные проекты. Посол Кэрол Крофтс отметил, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для укрепления связей между медиаструктурами Великобритании и Азербайджана, организации взаимных визитов, учебных программ. Дипломат подчеркнул значение развития связи в области информации между нашими странами. Выразив удовлетворение своей деятельностью в Азербайджане, посол сказал, что наша страна расположена в важной географической позиции, и этот фактор сыграет значимую роль в дальнейшем развитии. Парвен Рагимбаев, Шакир Гурбанов, Наиль Бабаев, Азертач.